think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, на Тайване сегодня как-то странно, очень неожиданно обновление, и сейчас мы посмотрим, что интересного добавили, почитаем, переведем. В общем, такая вот новая заставочка, интересная тема. Питомец и два героя. Это Кицуне, по-моему, была, если я не ошибаюсь. Обновление скучное, обычное. Все как всегда. Вы скажете, два героя? Да, два героя добавили. Питомец, да, супер питомец. Так, окей, поехали, посмотрим на этих героев. У кого, кстати, есть, будет. Вот так вот они выглядят. Смотрим сразу, какой донатный. Вот этот вот герой донатный, я так и говорил. Этот герой бездонатный. Вот так вот. То есть два таких вот у нас героя. Что по статам? Танк. Это среднячок. Этого дамага, кстати, нормально. 5400 скорость атаки. 1.2 не очень. 1.255-168. Ну, в общем, два героя. Что по описанию? Поехали, посмотрим. Что у нас по описанию, по героям? Буйный метатель, ну, скорее всего, он так не так будет называться. Это в телеграм-канале ребята уже перевели. Я еще не занимался этим. Каждый... Так, это не он, давайте его сейчас найдем. Вот он, так вот он будет выглядеть на эволюции. Каждую секунду наносит 860 урона 5 противникам и 20% превращает в лечение только для самого себя. В то же время снижает вероятность попадания в цель на 21%, то есть дебафер. Когда герой умирает, наносит 1000 урона всем вражеским героям, вокруг него имеет встроенное ограничение по урону, а также воскрешает самого себя. Неплохо, вероятность воскрешения 66%, после здоровья будет на 60%. Так, а сколько у него ограничения? Что-то не видно, какое ограничение, не вижу я тут строчки с ограничением. Встроенное ограничение по урону. А, может, просто ограничение в полтора раза меньше дамага, это имеется в виду. Сейчас посмотрим скилл. 22% это восстановление. Хрен его знает, не видно. Скорее всего, вот это оно. Ну, не так уж и много. Второй герой, мастер теней. Вот это вот он. Что он делает? Герой превоплощается в свою тень. В тени герой не получает никакого урона, не может передвигаться, не атакует своим навыком, а также не использует навыки других героев. Наносит общий урон 600 за каждые 0,5 секунд. Урон распределяется на троих героев. Каждая атака снимает 21 точную единицу энергии, уменьшает скорость движения и атаки на 46%. Эффект снижения скорости длится 2 секунды, а теневая форма 5. Такое себе. Невосприимчив к молчанию, энергию бедствия все-таки игнорируется. И все атаки игнорируются, тем самым превращают в лечение себя. Ну, не знаю, посмотрим, что тут интересного такого будет прям. Ну, опять же, это донатный герой. То есть, все как обычно, банально. Добавили у нас новую чарку. Поехали, посмотрим, поищем новую чарку. Ну, честно скажу, вот эти обновления нереально просто вымораживают уже. Так, новая чарка, молот, да? Что делает? Увеличивает шанс крит удара на X во время боя, наносит крит урон вражескому игроку с самым низким здоровьем чистого урона. Ну, не знаю, дамажная чарка, честно говоря, они не особо прижились. 565-560%, кулдаун 6 секунд, кулдаун большой. Ну, такое себе. Шанс крит удара на 40%, крит урон вражескому герою самым низким здоровьем. Ну, посмотрим. Новый супер пэт.
Вьетнамский Лаос во время атаки героя восстанавливает здоровье любому союзному герою в течение следующих 10 секунд. Он невосприимчив к оглушению, замораживанию, окаменению. Хороший питомец. Скорость энергии. Увеличивает скорость набора энергии. Вот это реально круто. Поехали посмотрим на этого супер питомца. Сейчас посмотрю, что там по плюхам у нас. Что-то новое добавили или нет. Но, скорее всего, ничего не добавили нового, потому что они обновление как-то странно загрузили. Поэтому вряд ли что-то новое есть. Нифига нового нету. Поэтому сидим без плюх. Так, супер питомец. Супер-супер пад. Где тут мои... А, вот они. Вот так вот он выглядит. Ну, в принципе, интересный пэт, честно скажу. Судя по описаниям, реально интересный. Восстанавливает здоровье союзному герою, а в течение следующих секунд он невосприимчив к оглушению, замораживанию и окаменению. То есть для некоторых героев это будет реально спасение. Плюс на уклон его нафигачит. Офигенная тема будет для... фарма. Так, два скина у нас есть. Два скина. Кто, ребята, выбьет нового героя, этого бездонатного, пишите. Сделаю обзорчик в телегу либо в ВК. Скины. Поехали, чекнем скины. В общем, ни хрена, насколько я понял, вот такие вот у них скины будут. Ни хрена они не пофиксили. То, что должны были сделать, но, по крайней мере, я пока что у себя нифига не увидел по описаниям. То есть оптимизированный титульный талант для обеспечения баланса игры. Поехали в титулы. Вот уменьшили у нас походу крит, крит дамаг, крит урон, насколько я понял, или крит, крит сопротивление. Да, крит и крит сопротивление. Функция перемотки на боссе. Ну, вот это вот и лимит мощности гильдии увеличен. Лимит мощности гильдии, не знаю, куда это они его приструнили. Поехали, посмотрим, или есть у нас босс. Босса у нас пока нету. Но сегодня, думаю, или завтра будет, и мы уже это увидим. Думаю, очень скоро посмотрим. Ну, в принципе, это такое, знаете, то есть, чтобы не сидеть пару минут, в принципе, полезная вещь. Больше такого, не знаю, ничего не увидел, все как обычно. То есть, стандартно штампуют одного бездонатного, ну, куда эти герои уже применять? Вот их вот столько нафигачили, да, что я просто не знаю. Вот, половина героев в алтаре просто, ну, бессмысленны. Нафига вот еще каждую обнову добавлять? Добавляют супер питомцев, но нету столько возможностей, нету столько нормальных локаций. Вы сначала локации оптимизируете, но они этого таки не сделали. Ну, все как обычно, все как всегда, по стандарту. Я надеюсь, там никакие прорывы не добавили дальше на героях. У меня здесь максимально не есть 30. Не, прорывы не добавили. Таланты сейчас еще чекну. В общем, ничего такого сверх, как обычно, серьезного, сверхъестественного нет. Ну, честно скажу, такое. Тут что у нас по плюхам? Ну, все то же самое. Неинтересно. В общем, пишите, что вы думаете по поводу обновы. Обычная обнова, блядь, которая, ну, по сути... нифига не поменяла. Ничего не изменилось. Там кидали и картинки по поводу новой локации. Но новая локация говно. Как бы они ее ни делали, честно скажу, те плюхи, сидеть там убивать кучу времени тоже нету смысла никакого. В общем, такой вот обзорчик. Ставьте лайки, пишите комменты. И может, если кто-то выбьет, сделаю вам обзорчик еще сегодня. Ну,
обнова реально говняная. То есть ничего интересного, как бы мне, чтобы кардинально поменяло игру и вернуло людей, не изменилось. Все, всем удачи, всем пока.